там иголками нельзя никуда не втыкать, чтобы я есть не хотела. Можно. Можно. Я готова. Вдох и выдох. Продолжаем дальше расслаблять.
хочу. Ладошки под бок. Угу. Нижнюю ножку прямо вверх и согнуть. Голова смотрит в эту сторону, а туловище отклоняется в эту сторону. Делаем вдох и выдох. Делаем вдох и выдох. Вдох и выдох. Ну все, страх прошел. Через живот. Через живот. Да, через живот. Переворачиваем. Угу. Чуть-чуть. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Еще раз на спину. На спину. На спину. Ну, на спину. На живот. Хочу сказать на живот. Два раза сказал на спину. Извините. Я как тут гоняться с пеной. Сам загнался. Конец. Мы сейчас выходим, ты потихонечку вставай, одеваться не надо. Положение удобно, комфортно. Да, вот поэтому я и говорил, давай шапочку оденем, берем ее. В следующий раз будем красный выдавать, чтобы как в сказке. Это я планы на будущее рисую. Кажется, мы говорим это потом, что с этим будет? Не, говорим наоборот, надо разговаривать, чтобы было понимание, что мы живые, что мы здесь реагируем, эмоционируем, что-то нравится, что-то не нравится, улыбаемся, смеемся, отрываемся, раздражаемся, гневаемся, наслаждаемся. Все эмоции выдаем. Нормально это как? Плохо, хорошо. Хочется вина. Больно и свежо. Хочется вина. Хочется вина. Кирилл, беги. У тебя 5 минут. Туда-сюда еще выпить и в 7 часов, чтобы человек вышел. И чтобы не была бутылка вина. Это за счет организации. Спишем на расходы. Угу.
Директору чек не забудь забрать. Ну что, Анна, ты наш навеки? Все. На эти целительные массажи, да. Мы тебя купили. Считаем целительным массажем самым крайним проявлением извращения. Зато эффективным. Ну, в комплексе с тренировками, естественно. Mm-hmm. Еще желательно рот закрыть, да. Mm-hmm. А замок я здесь одеваю, чтобы активные точки работали и днем, и ночью. А там иголками нельзя никуда не втыкать, чтобы я есть не хотела? Можно. Можно. Я готова. С этого надо было начинать. Тридцать три иглы. Уже вот, готов? Ты хоть 303. Я потом. По курсу на день. Если я реально перехочу есть после этих иголок, я не знаю, из моей родни такая очередь выстроится. Пять испытуемых в очередь. Все, я записал. Не надо так делать. Даже не успел. А Кирилл уж весь вспотел. Нервы. Поза неудобная. Угу. Ноги надо выпрямить. Угу. Встать нужно. Лечь.